Как известно, в наше время мир сильно изменился. Военные летчики обучаются своей профессии на играх-симуляторах, а дети изучают законы физики по Angry Birds. Или, например, киберспорт – это соревнования, в которых компьютер создает виртуальное пространство, внутри которого происходит состязание. Существует даже международный киберфестиваль Tech Labs Cup, который включает в себя соревнования по рекордному для СНГ количеству игр. Вокруг представителей киберспорта существует немало мифов, которые мы готовы развеять. Миф номер один – в игры играют только подростки. Они чаще делятся впечатлениями от игр, поэтому более заметны на форумах. В реальности большинство игр имеют ограничение 16+. Миф номер два – существует мнение, что первыми киберспорт одним из видов спорта признали в США. На самом деле, в 2001 году Россия стала первой страной в мире, которая признала киберспорт официальным видом спорта. Но спустя несколько лет он был исключен из реестра. Миф номер три. Геймер и киберспортсмен – это одно и то же. На самом деле, для геймеров это скорее времяпрепровождение. Киберспортсмены же зарабатывают в киберспорте. Миф номер четыре. Наиболее удобная форма состязаний в киберспорте – онлайн. Из-за отличий в качестве интернета в разных концах света информация передается с разной скоростью, что создает неудобства для некоторых игроков. Не так давно в YouTube появилась полная версия фильма «Free to Pay», посвященного самому масштабному чемпионату по Dota 2. А вообще киберспорт – это тысячи видеоигровых турниров и 30 миллионов долларов призовых каждый год. Если хочешь узнать об этом больше, приходи 5 апреля в торговый центр «Мега Химки» и ощути масштаб компьютерных баталий.